Хочу поделиться одним сервисом, которым я пользуюсь. Себя уберу, чтобы видно было экран. Вот сайт thefinico.com. Компания называется Finico. Здесь у меня есть свой аккаунт, кошелек, различные продукты, которыми я могу пользоваться. Я уже пользуюсь некоторыми. Например, есть кэшбэк-сервис. Вот кэшбэк-сервис. Здесь у меня есть собственный счет, депозит. Суммы указаны в ЦФР, в цифронах. Один цифрон равен одному доллару. Почему это так и что это вообще такое, могу отдельно рассказать, кому интересно. Здесь можно загружать чеки с любых покупок. Вот, например, чеки. Здесь есть «Добавить чек». Можно нажать. Сумму. Дату чека, сумму. Прикрепить фото. Фото можно любые прикреплять. Вот, например, покажу. То есть чеки обычные. Вот такие фото чеков. Вот такие. Или вот такие чеки можно электронные загружать. Вот это все тоже можно загружать. Вот, добавить чек, и с каждого чека будут приходить начисления 15-20% с каждой суммы. Вот, начисления можно видеть вот здесь вот счет. Здесь начисления кэшбэка, проценты. Все приходит, ежедневные начисления. Что здесь есть еще? Чем я еще пользуюсь? Я еще пользуюсь продуктом «Закрой кредит». У меня есть непогашенные кредиты в банках. У меня есть договор с компанией здесь. Вот он. По которому я заплатил 1/3 своей задолженности. И компания выплатит эту задолженность в течение 10 месяцев. Есть калькулятор, где можно рассчитать погашение долга по ипотеке, автокредиту, потребительскому, товарному кредиту. В общем, все можно рассчитать. Еще я пользуюсь индексом. Вот здесь есть индекс 2. Здесь я внес определенную сумму и получаю с нее 12-18% ежемесячно. Выплаты приходят мне на кошелек, как дивиденды. Всего здесь вот есть дивиденды. Дивиденды, выплаты также ежедневно происходят. В общем, здесь происходит увеличение моих вложенных денег. Естественно, здесь можно вывести цифроны, нажать «Вывод», ввести количество, адрес своего биткоин-кошелька, вывести на кошелек, потом поменять на рубли, завести на карту. Можно купить цифроны, то есть пополнить кошелек. Это тогда в обратном порядке: из рублей в биткоин, покупаем биткоины, из биткоина в цифрон заводим на площадку. Вот это все, чем я пока что пользуюсь, но здесь есть и другие продукты, много всего интересного. Например, вот автомобили есть. Как это работает? То есть можно внести сумму в размере 35% от стоимости машины, подождать 4 месяца и получить полную сумму на покупку машины. Также калькулятор, можно все рассчитать. Вот по недвижимости аналогичная тема. 35% вносишь, 4 месяца ждешь, получаешь полную сумму, покупаешь квартиру или дом. Есть еще продукты. Здесь вообще любую сумму за 4 месяца можно удвоить. Ну и многие другие интересные продукты, которыми можно пользоваться, тоже здесь есть. Я почти все изучил. Есть инструкции, видео, общение, чаты вот есть. Вот чаты, где тут и чеки, и можно общаться.
техподдержка имеется. В общем, такая вот история. Если кому интересно, могу подробнее рассказать.